Здравия желаю. Спасибо вам за прибытие на сайт. Итак, сегодня мы рассмотрим подготовку, как подготовить батареи для БТГ. Вот такие, значит, видите, вот такие закупил штучки. Вот. 4 по 4 штуки ходят. 1, 2, 3, 4. Красная плюс, черная минус. Достаем батарейки. 4 штуки. Так. Ножом разрезаем. Вот тут. Разрезали. Ложим. Минус это с кнопкой плюс. Раз, все. Вторую достаем. Опять ложим. Минус, плюс. Еще разрезаем. Вот минус, без кнопки с этой, а красная плюс. Вставляем. И последний. А дальше смотрим. Нам надо 14 вольт, как обычно для питания, значит, батарейки 14 вольт применяются. Берем конец первой, соединяем с началом второй. То есть соединяем последний вот так. Перед этим залудить провода. Так. Теперь конец второй с началом третий. Так. Теперь конец третьим, третий с началом четвертый. Теперь замеряем выходное напряжение. 15 вольт, видите? Значит, все сделано правильно. Теперь кладем, сейчас, последний этап. Чтобы не замкнуло у нас, кладем изоляцию. Кладем изоляцию сюда. Так, готово. Дальше. Вторую. Так. Готово. Третью. Готово. Теперь мы можем соединять вот эти 4 штуки, вот делая дальше. Сколько у нас есть батарей, хоть догнать до напряжения до 220, если хватит, значит. У нас 15, на 220 нам надо, значит, где-то 15, 12 таких коробок по 4 штуки сделать. Вот здесь у меня, значит, всего... Так, 4, 5, 6, 7, 7 коробок. 7 коробок по 15. 70, 7,5, 35. 105 вольт. Можно сделать больше, но будет слабое. То есть, если каждый соединять, будет слабое.
Если не по 4 делать, а по 1, можно сделать и до 500 догнать. То есть вот таким способом надо подготавливать батареи к запуску БТГ. Ну и для других нужд, само собой.